have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки и Гусь. Кря. Блин, они мне забор опять закрыли. Чтоб вас. Я пытаюсь опять кнопками управлять. Я не знаю, когда это закончится. Почему я опять пытаюсь кнопками управлять? Погоди. Не, ай. Вот это надо. Я забыл, как... А, я могу просто свои туши проломить. Я бегемот. Властитель. Итак. Давайте смотреть, вспоминать, что нам тут нужно. У нас появляются опять эти секретные задания, но нам нужно вот это. Разбить красивую вазу. Помочь женщине нарядить бюст. Заставить человека пролечить. Это я, по-моему, знаю, как сделать. Нарядиться в ленточку. Я тоже подозреваю, что я смогу это сделать. Человека... Ходить босиком, вот это интересно. Устроить стирку, ясно. Ну давай, будем посмотреть. Так, желательно, наверное, не особо сильно бегать. А, погоди, погоди, погоди. Это не считается, да? Он не наступил. Мне нужно утащить этот тапочек. Стелс. Беги! Он за мной сюда не побежит. Погоди, или побежит? Не, не побежит, нормально. Тапочек можно бросить. Пойдемте, я второй стащу. Как мне стащить второй тапок? Мне надо, чтобы он ногу поменял. Я бы на самом деле его ущипнул бы за ногу, раз уж на то пошло. Валим, 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 ходу! Ха-ха-ха, неудачник. Газету отобрали, тапочек отобрали. Успокоился? Успокоился. Теперь он будет чай пить. Я надеюсь. Что тебе еще остается, убогий? Вот, чашка чая. Он тогда другую ногу закидывает. До свидания. Все, аривидерчи. Выполнено. Заставить человека ходить босиком. Потому что он при чтении газеты закидывал одну ногу, при чтении чая закидывал другую ногу. А все, все, все. А все, уже все, поздно, поздно. Опять же, газету мне надо... Забудь про газету, подними чашку. Газету мне надо было у него забрать, чтобы он скорее чай начал пить, потому что... Оп.
Нет, она ее видит, да? Одень на меня. Ладно, черт с тобой. Это мы с тобой еще разберемся. Так, чел. Угадай, что? Тебе нужно начать пить чай. Ну и куда ты меня тащишь? Иди отсюда. Мне нужно ту утку подальше. А, стой, стой, стой. А, он уже перестал пить. Она смотрит за соседом. Так. Та-та-та-та-та. Сначала. Это, выпусти меня обратно, чудовище. Блин, а как мне обратно выйти? Одень на меня бантик, слушай. А, вот как, я должен был позу занять. Тогда роняем бантик. Занимаем позу. Ждем. Она сейчас пойдет. О, бантик. Надо бы одеть на гуся. Кря-кря-кря-кря. Да, это я. Я хорош. Все, женщина, уходи отсюда. Итак, заставить человека пролить чай. Это надо, когда он пьет. Погодите, но он же вроде пил. Ладно, надо, видимо, именно в тот момент, когда он прям пьет. Уйди. Иди рисовать. Вот, отлично. Прям в тот момент, когда он пьет. Хорошо. Я страшный гусь. До всех догребусь. Так, хорошо. Что нам осталось? Нам осталось заставить кого-нибудь разбить красивую вазу. Устроить стирку и помочь женщине нарядить бюст. Бюст, который я... А, вот этот вот бюст. Наверное, я так полагаю. У нее цветы в унитазе. Нарядить бюст, что нам нужно... Помочь. Может быть, вот эту шляпу стырить? Нет, это не то. Она придется берет. Тут есть про... Ну это же проход дальше. Ладно, она уносит. Ладно, но это не страшно. Устроить стирку. Во что нужно? Куском мыла, тапочками, носками, лифчиком. А где? В чем эту стирку устраивать? Ха. Ну, допустим, пойдемте еще поищем, что у нас тут есть. Ты пей чай пока что. Пока что. Живи пока что. Вон носки вижу, вон лифчик вижу. Там у нас было
заставить кого-нибудь. Кого-нибудь. А сюда я уже не пройду никак. Блин. Да я не то хотел. А как мне, погодите, выбраться с территории, если мне вдруг понадобится? Меня же уже не выпустят, да? Пока я не завершу тут эти квесты. Меня заперли с этой сумасшедшей! Нет! Так, ладно, будем таскать вещи по очереди. Она сейчас сдрыснет. Я не хотел, чтобы она меня заметила. Уйди отсюда. Я тебя накричу сейчас. Мне интересно, куда стирку-то собирать. И как помочь нарядить бюст. Ладно, пойдемте тут посмотрим, что есть. Утащил ящичек, все развалилось. Просто к чертям. Это я не могу схватить, но оно слишком тяжелое, это я могу понять, да. И че? О, пока она там занята, кстати, можно. А, цветочек у нас арт-объект. Можно здесь сложить, возможно, она не найдет, я надеюсь. Ищет, ищет, смотри. Это не я. И это тоже не я. Все, бросила искать. Хорошо, значит, вполне вот это место подходит, а потом уже можно перетаскать. Ты все, ушла уже отсюда. Носки какие-то деревянные, знаете, не то, что их только что постирали, а то, что... Так, мыло там надо было еще, да? Мочал... А, тапочки. Лифчик, носки, тапочки. Кусок мыла. Тапочки там остались, а как я их затащу-то? Вы че? Меня уже не выпустят отсюда. Вот, в смысле не выпустят. Вот же мой выход. Че я торможу-то так? Я только сейчас заметил, что это типа трамплин. Так. Не надо. Уйди. Не надо, дядя. Как мне пронести сейчас тапочки аккуратно, чтобы эта скотобазина меня не запалила? Нужно сюда их снести. Потом как-то простелсить, посмотрим. Где кусок мыла взять, я без понятия. Где это сумасшедшее? Просто кидает на ее территорию и все. Надо подождать, пока она уйдет. Уйдет, говорю. Уйти. Кыш. Брысь. Я знаю, как разбить вазу. Смотрите. Вали!
иди туда сни... Надо наклониться. Давай, до свидания. Давай, чувак, разбивай. Неудачник. Нет! Зачем ты закрыла? Ты тварь! Ты что делаешь? Он сейчас у меня тапок отбил. Ах ты, скотина! Супер. Один тапок простелсили. А, придется через верх проходить. Вазу разбил, придурок, взял, кинул. А, он еще и гуся кинет. Она ушла? Ушла. Мне тапочек сюда надо принести. Ну, так, сейчас посмотрим. Да, она подцепит. Это мне, в принципе, все уже не интересно. У меня осталось бюст и стирка. Насчет стирки более-менее мы приближаемся. Насчет бюста я еще не уверен. Что она будет делать с вазой? Было, кстати, можно, наверное, поискать в том разбитом столе. Посмотрим. Она тупо будет по кусочку их приносить? Ну давай, хорошо. Я просто сейчас открою, она же пойдет сразу же закрывать. А мне нужно еще успеть за тапочком сбегать. Ты такая головой еще... Ага, нормально. Хоп, хоп. Все, ты ушла? Нет, что ты будешь делать? Нет, рисовать будет. Надо Буню кисточку нафиг стырить. Что-то она много рисует. Нафиг, вали. Валим, 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 ходу, ходу! Тапочки здесь. Тапочки в здании. Так, осталось... мыло? С куском мыла, так я понимаю? Да. Ну, вряд ли это тыло. Пойдемте поищем, где его можно раздобыть. Нет, вряд ли. Этот стол уже развален окончательно. Мы можем ящик вытащить, да, но... А, вот мыло, что я туплю-то? Теперь, куда это все нужно отнести? Потому что это было сложно, если что. Сейчас мы рискнем, знаете что? Да, мыло пропало. Попробую вот сюда вот отнести. А, нарядить бюст. Чем нарядить? Возможно, не сюда, оно не зачеркнулось. Когда я раньше, допустим, ложил в тележку. В ванную вряд ли.
Так, погоди, дружище, мне кажется, у тебя что-то может быть интересненькое еще. Иди, пожалуйста. Да ну не застревай ты. Посмотрим, если я вот сюда вот положу шляпу эту, что она с ней сделает. Это я, не обращай внимания. Да-да-да, запор открыт, хорошо. Тут шляпа у тебя валяется. Куда подевались вещи, ты не знаешь? Тебе ну нафиг не надо. Шляпа. Шляпа тебя даже не интересует? Ей вообще пофиг. О, заинтересовала. Да. А, серьезно? Нарядить бюст это все, и очки. Ох ты ж. Это будет немножко сложнее, чем мне казалось. Так далеко этот мячик его не интересует. И так далеко тоже. Одевай очки. Оп, увидела, хорошо. Отлично. Я с тобой согласен, это вполне подходит. Трубку тоже? Ну, чел, слушай, мы с тобой это уже проходили. Что с тобой? И важный гусь с трубкой. Уйди. Уйди, пока он не начал искать. Пока я развернусь, тут трубку неправильно взял. Ребят, не курите. Курение убивает. Не надо, не делайте этого никогда. Трубка, так. Это ж все, я надеюсь, да? А в куда ты ее воткнешь? Он же статуя. Так, хорошо. А, заставить кого-нибудь срезать уникальную розу. Я даже видел ножницы.
Не выбрасывай! Не выбрасывай, тварь! Выбросил. Так, погодите, какие должны быть условия для срезания уникальной розы? Вот он стал ходить сюда сейчас смотреть. Уникальная роза. Он на ней нарисовал гуся, вход запрещен. И прикинь, у тебя гусь стоит прямо посередине. Знаешь, что, чел? А я тут плавать могу. Кря-кря. Кря-кря-кря. А, ладно. А, я понял. А я понял. Я знаю, что я сделаю. А я знаю. А я по-другому никак вытащить не могу, только сюда. Ну, короче, она должна увидеть, по идее. Смотри, какая роза, смотри, какая роза. Блин, какая роза. Роза, посмотри, там, смотри, там прям красиво. Тебе что, эту белку надо оттащить, чтобы ты ее увидела? Видимо, кстати, да. Ладно, ладно, хорошо, хорошо, годится. Розу мы подвинули, белку надо утащить. Проблема в другом. Где мне, черт возьми, стирать? Это последнее, что осталось. Я уже почти все сделал. То есть у меня есть все ингредиенты. Я их до ванны я их не доброшу, допустим, да? Хотя надо будет попробовать. Хорошо, давайте попробуем. Тащить я не могу, я могу чисто... А, я могу растрепать, и она сейчас будет подстригать и срежет розу. Хорошо, хорошо, давай. Упс. Хорошо, хорошо. Вот так вот надо ссорить соседей, смотрите. А, и таким образом она мне откроет сейчас путь дальше. Блин, лишь бы она не увидела то, что я тут позаныкал всего. Не ходи сюда, не ходи сюда. Да, иди в обход, все. Нет, тварь! Она увидела. Да иди нафиг. Главное, чтобы ты тапочки ему не вернула. Так, так не выйдет. Куда мне закидывать их в стирку? Вы что, издеваетесь? Блин, я понял, куда? Я понял, куда. Знаете, в чем прикол? Тут един... Я сначала думал, ванну или что-то. Какой источник воды? Но источник воды тут только один. Чувак, ты скотина, ты в курсе, да?
Тапочки! Да, засчиталось. Тапочек ты уже больше не увидишь, успокойся. Все, оказалось немножко проще, чем я думал. За мылом придется немножко сходить, но мы с мылом мы можем разобраться потом. Так, осталось носками и куском мыла. То есть даже один носок, если мы притащим, это нам засчитается. А, он привязал, прикиньте. Нет. Ах ты тварь. Ух ты, просто чудовищное ты животное. Он выбросит? Крыльевчик просто через забор. Фигак. Я знаю, что мне надо сделать. Мне надо, чтобы он ушел и успокоился. Да. Чтобы он сюда больше не ходил. Там у меня есть второй тапочек, вроде как, если я не ошибаюсь. Тапочек можно и как... Мне надо, главное, чтобы он сюда не заходил. Если он не будет сюда заходить... Так, это засчиталось, засчиталось. Если он не будет сюда ходить, пусть он сидит там, пьет чай себе спокойно, тогда я могу спокойно здесь таскать, что захочу. Мыло он может увидеть, поэтому мыло нужно будет протащить как-то... Я даже не знаю, как мыло надо будет протащить по-нормальному. Мыло может быть последней частью. Если там остался второй тапочек, я отсюда этого сейчас не вижу, посмотрим. Давайте носок. Спасибо, игра, что хотя бы по одной вещи. Потому что управление иногда подбешивает. Ну и спасибо, что хотя бы по одной вещи можно затаскивать. Иди, пожалуйста. Иди, пожалуйста. Мыло. Мыло у нас последнее в списке. Носками. Чтоб тебя, носков два надо. Мыло брошу пока что здесь. Носок надо бы второй, значит. Тапочком и носками. Хорошо, да, я понял, принимается. Но... Тапочек один, носков два. В принципе, сейчас не должно быть проблем, потому что носок я протащу, контрабанду. Вот, а мыло нужно будет протащить как-то перед ним. Это не очень хорошо, но мы сможем. Я надеюсь. Пройди, пожалуйста. Мне главное, знаете, тачдаун. Главное, чтобы мыло успело коснуться воды до того, как начнется вся ерунда. Знаете, что можно сделать? Несемся со всех сил!
Фух. Все, чувак, на здоровье. Там второй тапочек варится, там абсолютно все. The Back Gardens. Приехала ачивка. Задние сады. Может, мне откроют? Ну, мне там открыли, я понимаю. То есть я теперь смогу там пройти. Скорее всего. Я же надеюсь на это, да? Да. Теперь у меня тут открыто. Может быть, шорткатец? Какой-то, не? Шортката не будет? Хорошо. Все, ребят, тогда давайте... У нас тут список дел завершен. Секретно это. Но вы еще не появились. Я так понимаю, что... вот та часть у нас будет с новыми делами. Поэтому пока что... Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.